Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл, я разработчик спиннингов Nordstream. И сегодня мы сделаем долгожданный, давно обещанный обзор на твичинговые спиннинги Rebel 2. Начнем, наверное, с основного. Так как двойка, значит, был Rebel 1, и он достаточно известен, хорошо продаваем, его было много завезено, много продано, народ им ловит. Чем отличается Rebel 2? Во-первых, пункт первый. Мы поменяли катушку держателя. Если на первом Rebel стоял держатель копии IPS, который подходил не для всех катушек, то здесь у нас стоит копия VSS, практически любая катушка, не только Daiwa и Shimano, сюда заходит нормально, хорошо, без проблем фиксируется и можно нормально, спокойно ловить. Это пункт раз. Пункт два более, скажем так, на мой взгляд, важен, менее заметен для рыболовов, но вот он как бы является основой того, что переделано в Rebel 2. Rebel 2 стал чуть-чуть добрее по жесткости. Rebel 2 стал намного более чувствителен. Rebel 2 стал намного легче кидать минимальные веса. Вот. И Rebel 2 стал намного лучше работать при уважении рыбы. Как мы это добились? Объясню. Значит, во-первых, диаметры стали чуть меньше бланков. Во-первых. Во-вторых, жесткость комля несколько уменьшилась, но при этом мы добавили более высокомодульные материалы с меньшим процентом связующего. Для чего? Для чувствительности. Вершинки стали, особенно вот эта вот зона, чуть-чуть помягче, что позволяет нам еще лучше контролировать рывок. То есть, по сути, если сравнивать Rebel 1 и Rebel 2, то Rebel 1 был, ну, так, дубиной. Вот. Не скажу, что это хорошо или плохо, я люблю такие спиннинги, но для того, чтобы повысить чувствительность и облегчить работу на забросе и уваживании, вот эти модификации были сделаны. По кольцам. Кольца Seaguide LS максимально легкие. В принципе, теоретически, для таких жестких палок, наверное, это не надо. Наверное, да. Но если мы хотим, чтобы чувствительность была на высоте, мы должны максимально облегчить вершину. Так вот, более легкие кольца вершину что? Правильно, облегчают. Чувствительность у нас выше. Одна из причин, почему на этой серии я оставил именно LS. На самом деле, мы только что вернулись из довольно длительной поездки, ловили Rebel'ами в том числе. И я уже сравнил его не просто с Rebel'ом первым, там разница очевидна, а сравнил уже с агрессором. Вот скажу честно, конечно, до агрессора он не дотягивает, но такой колоссальной разницы, как между первым Rebel'ом и агрессором в качестве, в уровне и в прочем, уже нету. То есть палка подтянулась до сильно более приемлемого уровня именно не просто рыболова выходного дня, а именно человека, который привык ловить серьезно, много. Да, спортсмен и не спортсмен, это уже отдельная песня. Еще один немаловажный момент, который вот прям я тоже очень много отдал времени, чтобы это сделать, это уменьшение веса и улучшение баланса. Rebel 2 легче, а самое главное, лучше сбалансирован по сравнению с Rebel 1. Рука устает меньше. Снасть более в работе прогнозируемая, хотя момент инерции я специально оставил именно для тяжелых хунцовок 35 грамм. Спиннинг должен иметь вес для того, чтобы сделать правильную проводку не запястьем, а именно предплечьем. Вот это самые основные, самые главные отличия. Теперь что я хочу? Я хочу показать, как все 6 моделей Rebel'ов работают на своих верхах и низах. Сразу первый же вопрос, как для баланса, какие катушки и прочее, прочее. Значит, у меня стоят две катушки. На спиннингах тестом до 18 и до 21 грамма у меня будет стоять, это старый Certate, не LT-шный, размер 2500. На более мощных спиннингах 10.28 и 12.35 будет стоять Certate Hyper, тоже старый, достаточно тяжелый, в размере 2500R. То есть корпус 3000, шпуль 2500R. Почему так? Потому что это на самом деле мои реально боевые катушки, которые я использую на рыбалках, именно вот с этими тестовками твичинговых спиннингов. То есть эти катушки я пользуюсь чисто по твичу. Теперь поехали, значит. У меня в руках самый легкий спиннинг. Длина 6,62, то есть 1,98 м, тест 5,18. Все Rebel делятся на две длины. Это 6,62. Это для любителей подергать, скажем так, в ограниченных пространствах. Для нелюбителей длинных палок, как бы вот длина 6,62 для них. Тесты там, соответственно, 5,18, 7,21, 10,28. Ну и второй вариант, это 7,32, 2,21.
это подлиннее по спиннинге, которые рассчитаны больше на большую воду. То есть дальний заброс, ударная проводка, которая, не дай бог, делается кистью. Нет, мы делаем предплечьем проводку такими спиннингами. Крупная рыба. Ну и, соответственно, как бы чуть-чуть другие условия. То есть, если коротыши, это можно сидеть там в лодке в надувной и пытаться там что-то протвичить, хотя, честно говоря, это больше извращение, сидя твичить, вот, то 7,20, 2,21 при длине там 7,21 и так далее, да, они рассчитаны больше либо это берег, уверенный дальний заброс, либо это уже там катер, скажем так, либо надувная лодка, где ловят стоя. В принципе, в косметике разница очень небольшая. Переделали, с другой стороны сделали гайку. Вот. Но это уже на любителя, тут каждому свое, скажем так. Мне показалось, это более удобный, удачный вариант. Скажем так, покупатель рассудит, когда попробует. Теперь по низам. Вот у меня сейчас самый легкий 5,18. Вот это вот трикорочек. Неупористый воблерочек. 5 грамм. Сейчас я покажу, как это работает на низах. Давайте понимать честно, все-таки Rebel — это спиннинг для такого серьезного твича, и вот самый низ, 5 грамм для него, это вот прям минимум-минимум. Лучше бы, конечно, было бы использовать 5 грамм с более крупной лопаткой, но я специально взял вот именно неупористый, показать самый вероятный низ. Знаю уже, что будет не сильно комфортно, но провести, в принципе, если вот приспичило уменьшится до таких размеров, можно. В основном, честно скажу, модель 5.18, она в первую очередь рассчитана на веса, там, скажем так, грамм от 7, от Танима галлона. Поехали, делаем заброс и смотрим, как отрабатывает палка, как она работает на забросе и все остальное. Заброс. Ну, плетенка здесь у меня не толстая. Восьмерка, 0,8. Пошла работа. Бланка. Тут нам еще немножко мешает боковой ветерочек, но в принципе видно, что бланк не сильно, но чуть-чуть уже загружается. То есть вот это прям бездумное выдирание приманки из воды не происходит. Но честно говорю сразу, конечно, если вы ловите на 5-6 грамм, Rebel 5.18 брать смысла не имеет. Есть там тот же Nibble до 9 грамм, вот это вот ваше все. Здесь это именно минимальный вес, который как-то можно нормально протвичить. Понятно, что по забросу все Rebel, они гораздо более мощные, чем по тесту, который мы ставим по воблерам. То есть на 5.18 можно смело ловить там грамм 25-28. Достаточно жесткий колышек, который именно рассчитан на твичинг, проводку воблера. Вот я даже чуть порезче дергаю, как бы в принципе такие воблера так не ведутся, ну ради того, чтобы показать. Давайте еще разочек. Значит, акцент делаем на работу бланка. Конечно, бланк не загружается, только вот самая чуть вершинка, но тут либо нам ехать, либо шашечки, потому что если мы хотим дергать не только 5 грамм, а там 10-18, тут нужна достаточно высокая жесткость в этой части. Хотя по забросу все это гораздо лучше, чем первый. Смотрим. Давайте покажу окуневую проводку, скажем так, если вдруг вам приспичило. То есть вот даже с ветром, со всеми делами пирогами, худо-бедно я ее делаю. И главное, что я в этот момент воблер контролирую, я чувствую. Как обычно мы проверяем, вот мы сделали заброс, раз, все, мы четко понимаем, что вот этот 5-граммовый воблер работает. Он не захлестнулся, он не поймал травинку. Можно делать проводку боевую. Вот он, так называемый окуневый твич. Хотя в нашей тусовке это называют чуть по-другому. Ну вот сейчас мы сделаем обычный твичинг. Не окуневый, скажем так. Но давайте все-таки честно все понимать. Rebel — это не для ловли окунца. Это либо уже хороший окунь, либо уже щука. Соответственно, все сдерживающие ресурсы, мощности и прочее-прочее рассчитаны именно на щуку. На рыбу там хотя бы от полкило. Вот, я делаю проводку, в принципе, более или менее, то есть воблер не вылетает. Но мы понимаем, что это самый-самый низ, это самая грань для нормальной проводки именно 5-граммового, не сильно упористого воблера. 55-м половили, 5 грамм. Конечно, все не сильно радужно. Сейчас давайте поставим максимум. Или что, показать грамм 7, 8, 9? Давайте попробуем крупнее поставить. Так, ну, собственно говоря, давайте покажу. Я с собой взял чуть-чуть разных воблеров. Вот этот самый маленький, самый малышастый. Давайте что-нибудь покрупнее и как бы не сильно упористое. Вот он, Дрекорол GT 88.
который SRF. Эта игрушка у нас весит, если не ошибаюсь, около 10-11 грамм. Сейчас прям буквально покажу пару проводок, как уже загружается вершина вот на этом весе. Смотрим. О, вот ее ловить не будем. Ну да, не 5 грамм. И полетела значительно дальше. И смотрим твич. Вот делаю обычный нормальный твич. Нам сейчас очень мешает ветер, но в принципе, я думаю, что работу вершины вы видите. Все, вот здесь прям четко-четко, уже прям уверенно работает, даже если запас. Могу точно сказать, что вес и упористость может быть уменьшена. И все равно мы прогнозируем и сделаем проводку. Не поймать бы кого. Мы на самом деле на одном из московских прудов. Решили далеко не ездить. Здесь условия позволяют продать практически все воберы, которые нам надо. А рыбу на рыбу мы уже наловили. Так, не поленился, проверил. 9 грамм веса. СРФ-ка. Заброс. Ой, как хорошо. Подзаглубили его и пошли. И прям делаем боевую проводку. Единственное, паузу я сейчас держу не сильно большую, чтобы вас не утомлять этими секундами. Потому что так-то по уму надо было делать паузу секунды 3-4 при этой температуре воды. Да и как бы пока делаешь паузу, выдувается очень большая петля, плохо видно работа вершины, потому что очень большой проход идет хвостым. В любом случае, твичик начинается с чего? С отдачи вперед. Вот это вот непреложное правило, которое должны все помнить. Вот девяточку показали. Это, скажем так, 5 плюс 18... Это у нас будет 23 пополам, 11 грамм, это чуть меньше, чем середина теста. Как раз вот на мой взгляд, основной боевой вес для этого спиннинга. То есть это будет, соответственно, у нас семерки упористые, восьмерки, девятки, десятки. Сейчас я вам покажу, не буду уже показывать десятку более упористую, покажу сразу максимум. Максимум я взял с Мэша 110, вес как раз 18 грамм, воблер. Не сказать, что сильно упорист, не сказать, что не упорист. То есть как раз такая золотая серединочка. Смотрим, что будет. Вот он Smash 110 SP. Приятная штука иногда очень. В некоторых условиях прям бомба. Вешаем. И в первую очередь давай сейчас повесим, посмотрим, как загрузится вершина под этим весом. Смотрим на вершинку. Покачал. Понятно, что загружается не особо. Но нам же не грузить вершину, нам делать именно проводку рывковую. Сейчас посмотрим, как он справляется с своим максимумом. Заброс как у СРФ, примерно одинаковый. Смеш квальяжный. Он достаточно широко ходит. Вот. Но я не сказал бы, что он сильно упористый. Так, средний. Смотрим, самое главное что? Проводку. Да, чувствуется, что это вот уже при активной проводке, что он уже как бы почти край. Сразу хочу сказать, что если вы делаете проводку неактивную, а там сидя в лодке еле-еле вверх, там в бок и прочее, то для вас можно смело брать модель спиннинга на один уровень ниже. Потому что тест ставится именно по усредненному твичу, включая, скажем так, проводку достаточно агрессивную и жесткую. Просто уже были моменты, когда люди говорили, вот мы взяли слишком мощную палку для своего теста. Ну, так они и не дергают, они делают скорее потяжки. Так, травку мы поймали. Делаем еще заброс. Чуть сейчас. Поглубже в сторону кину. Говорят, что в этом пруду есть даже щука, но я как-то вот от лени своей, хотя живу я здесь в 3 минутах езды от него, честно говоря, здесь рыбу-то не ловил ни разу. Пару раз там тестировал, не за верха, но не более того. Так, смотрим, вершина, как она работает. Вот я сейчас прям чуть посильнее специально стал дергать, и вот тут уже видно, что все, у нас практически грань. Все, что будет более упористым, уже вот так вот уверенно продернуто быть не может. Несколько раз мне говорили, что я очень сильно дергаю, что в жизни так не бывает. Ребята, бывает. На Росфишинге, в теме Нордстрима, я тут выложил видео боевое, когда я 160 максквадом просто как бы ну, так уверенно долблю. Вот. Почему так? Потому что рыба хотела именно такой проводки. И поднималась с большой глубины именно тогда, когда ты делаешь ударную проводку, достаточно активную. Вот примерно то же самое я показываю сейчас. Самый-самый верх. Так, собственно, что? Собственно, по этой модели, наверное, все. Всем все понятно. Более длинную, 73-ю, я делать в тесте 5.18 не стал. Не вижу никакого для этого смысла. Вот, поэтому давайте смотреть следующую модель. Это уже будет 662-я, но уже будет ММАш с тестом 7.21. Продолжаем разговор. 662
MMH721 тест, ну и соответственно 1,98 м длина. По моему мнению, конструкционно это уже спиннинг под хорошие упористые воблеры, но с возможностью продернуть что-то мелкое. Давайте понимать так, когда мы смотрим Rebel, смотрим самый низ теста, надо понимать, что этот тест мы можем использовать воблеры. Но если основная масса воблеров в самом низу, надо брать на градацию ниже. Все-таки спиннинги жесткие, спиннинги рассчитаны на то, что у вас, условно говоря, в траве сядет нормальная рыба, ни килограмм, ни два, ни три. И чтобы достать, не слить, выдрать, как бы нужна мощность. Поэтому, еще раз, 7.21, тайным оголом, средняя упористость, средние все ТТХ по упористости. Я часто очень беру эти тайники, для показать, как работают спиннинги. Даже вот мы чуть подергаем, вершинка чуть грузится. Вот. В реблах вторых вершинки чуть-чуть смягченные. Чуть-чуть по отношению к первым. Именно для того, чтобы лучше работать по самым низам. Ну, давайте разговор в сторону, делаем заброс. Худо-бедно как-то палка грузится. То есть я не сильно напряг. Ну и как бы делаю вот эту Танечкину проводку. Короткие, легкие ударчики. Нам сейчас очень сильно мешает прям такой уверенный боковой ветер, но... Прям испытание настоящее получается, как на рыбалке. Вот чуть-чуть усиливаю проводку, когда большая дуга. Все великолепно чувствую. Сейчас дуги нет. Все прям просто прекрасно. Вот смотрите, амплитуда. Вершинка грузится. Не сильно, но все равно контроль над приманкой есть. Давайте еще понимать так. Твичинговые тесты, они, скажем так, у всех разные. Я к тому, что один и тот же инструмент, например, с тестом 7.21, кто-то будет пользовать под ловлю там максимум 10-12 грамм, а кто-то будет вешать и 28, и оба будет ловить. Все зависит от проводки, от стиля проводки и от индивидуальных предпочтений. Ну и от воблеров, естественно, потому что каждая модель воблера дергается по-разному. Об этом, может быть, когда-нибудь поговорим, когда я там сделаю какую-нибудь обучалку по твичингу. Давайте еще раз заброс. Внимательно смотрим. Техника, в принципе, позволяет, как работает весь бланк на забросе с самого-самого низа. Я чуть-чуть поддавливаю на забросе, но потому что низ, не просто машу, скажем так. Вот, но результат вполне ничего себе так. Конечно же, вот эта модель 7.21 будет работать там хорошо, грамм как раз от 10. Хотите, сейчас поставим вот тот же Фрикарол. 88 СРФ-ку, прямо увидите кардинальную разницу. А разница в весе у нее 2 грамма. Упористость, ну тоже небольшая разница, но есть. Все-таки Карл чуть более упорист, чем Таня Магалун. То есть вердикт очень простой, как бы как задумывалось. А на самых низах работать может. Он траву поймал. Вот. Ну, конечно, это не ее амплуа. Ее амплуа прям уверенно начинается. Ну, давайте вот сейчас 9 грамм повесим. Если при ловле на 5-18... Я же сказал, что вот эти 9 грамм можно было бы и поменьше, и все было бы хорошо и уверенно. То вот здесь, мне кажется, 9 грамм будут как раз самым таким уверенным низом, когда можно уже прям совсем не стесняться. Потому что все-таки, когда ловишь на низах самых, руку-то приходится придерживать. Но тут уже больше зависит от индивидуальных навыков. Кто много твичем ловит, тому вообще не проблема, хоть швабры провести. Вот. Но если вы начинающий, лучше как бы на самый низ-то особо не рассчитывать. Заброс. Да, понятно, что спиннинг прогрузился поменьше, чем 5.18, простите. Все-таки это 7.21. Но вот смотрите, все, тут же спиннинг поменялся. Четкие уверенные движения. Четко уверенно чувствую проводку. Не проблема. То есть резюме по низам. Очень простое. Самый-самый низ 7 можно, но не идеал. 9 уже уверенно, прям совершенно спокойно. Давайте я имитирую сейчас вот вокерную проводку. Сможет ли он продать какой-то средний вокер? Вокеров я с собой не взял, к сожалению. Вот. Все, нормально работает вполне. То есть 7.21 подходит тоже под вокер. Под walk in the dog. Вот эту проводку, чтобы вокер мог совершенно спокойно идти как надо. Ну и вверх 21 грамм. Сейчас что-нибудь найдем в коробочке. Что-то я там с собой брал. А давайте мы чуть превысим. Балисонг. Балисонг. Он весит больше, чем 21 грамм. Вот, 130 СП, естественно. Но, как бы, вот на мой взгляд,
Его продернуть еще будет можно. Вешаем балисонга. Максклад я специально ставить не стал по одной простой причине. Максклад не сильно упорист. Поэтому, хотя он весит как раз вот в пределах верха, брать его как индикатор правильности теста мы не будем. Надо что-то более упористое, а балисонг по упористе. Смотрим. Все вот. Вершинку. Загрузка есть. Мы чувствуем прям такую уверенную загрузку. Но мы и превышаем верхний тест грамм на 4. В забросе проблем нет. Проблема может быть только в проводке. Смотрим, как проводится. Заброс. Ну, понятно, уже палка загрузилась, палка пульнула. Все далеко и хорошо. Я не буду его заглублять. Засадим. Смотрим проводку. Но в принципе нет, нормально. То есть, вот я сейчас пытаюсь сделать достаточно активный твич. Чуть-чуть подваливается. Скажу честно. То есть, какой-нибудь максклад или рейндж рудеру без проблем. Балисонг уже так вот на грани. Но в принципе, если приспичило и вариантов нет, нормально проведете. Опять же, показываю достаточно активный твич, который я пользуюсь, когда надо поймать рыбу с большой глубины. То есть не когда мы ловим там на 2,5 метрах и приманка идет на дном совсем, нет. А когда мы ловим на глубине примерно хотя бы метров 4-5. И рыбу надо просто заставить подняться за приманкой. Вот в этом случае я вам открою маленький секрет. Активный твич творит чудеса. Ударный, активный твич. Не всегда, нет, бывают разные условия. Но очень часто ведешь там среднеумеренным, не происходит ничего. Начинаешь бить посильнее, приманка начинает делать более хаотичные движения, и рыба поднимается. Но тут главное не переборщить. Так, давайте еще разочек. Заброс. По тесту превышения по забросу вообще на это можем не обращать внимания. А вот по твищу, как бы, как я уже сказал, при достаточно активной ударной проводке 7.21 под балисонгом уже подваливается. Но все еще как-то ловить можно. Все нормально, пошли. Бьем так, вот вариант, когда хотим вытащить рыбу с глубины. Я не знаю, насколько это видна разница на экране, но по ощущениям в руке это, конечно, земля и небо. Вот этот мягкий твич, вот смотрите, мягкий твич, когда мы ловим на небольшой глубине. Когда есть задача просто провести. А теперь более активный твич, когда мы поднимаем рыбу с глубины. Единственный секрет маленький, при таком активном твичинге пауза должна быть больше. Просто потому, что как бы рыба поднимается наверх, привлекается, а вот уже решение атаковать, если будет настолько резко перед моргой дергаться воблер, не факт, что и клюет. А вот когда мы дали паузу, и воблер чуть-чуть шевелится, ну правильно, воблера шевелятся, не подделки. Вот в этот момент она и атакует. Просто паузу делаем побольше. Там, скажем так, 3-4-5 секунд, в зависимости от. Так, ну все, здесь трава. Пока я с вами говорил, сильно не дергал. Мы уже все нацепляли. Так, ну поехали дальше. ММАш мы 7.21 посмотрели. Следующий у нас будет МАшка с тестом 10.28. Это максимальное по мощности по тесту удилище в длине 6.6. То есть 1,98 м. Почему? Мне жалко ваши кисти. Потому что 66-й обычную проводку ты делаешь кистью. Вот уже как бы неподготовленный человек, без большой тренировки достаточно, да, долго твичить, например, упористый там какой-нибудь балисонг, в принципе, ему будет достаточно сложно. Кисть устанет. Поэтому обычно длинными спиннингами мы кистим, мы твичим не кистью, а предплечьем. Сейчас покажу. Но пока 10.28, 6.6, что он может. Давайте смотреть. Так, последняя модель 662 Имаш 1028. Воблер вот этот специально отобрал. Это склад Мино 80-ка. Как раз вес 9,8, если не ошибаюсь. Вот примерно самый-самый низ. Потому что складики довольно упористые. Поэтому как раз показать работу вот на самом низу будет очень хорошо и красиво. Я не скажу, что они прям супер упористые, но все-таки, на мой взгляд, они чуть-чуть более упористый, чем усредненно среднестатистический воблер весом в 8 грамм. Давайте смотреть. Во-первых, смотрим. Значит, еще момент, который я, наверное, сразу не сказал. Давайте скажу сейчас. Строй у 10.28 отличается от строя у 5.18 и 7.21. Если 5.18 и 7.21 сделаны с чуть смягченной вершинкой, то у 10.28 такого уже нет.
Почему? Потому что 28 это Pointer, это Blitzong, ну Max Squat мы даже не берем, это Rearrange MR, который тоже зараза упорист, он практически упористый, на мой взгляд, Pointer. Вот, поэтому делать смягченный самую вершинку я, естественно, не стал. Все, вот здесь классический, типичный регуляр. Давайте смотреть, как справиться с своими низами. И еще раз повторю, вводные. Катушка 2500R, старая, да, это Certed Hyper. А вот там вес, по-моему, 320 что ли, грамм, не помню. Интересно, посмотрите, фанаты баланса. У меня проблем с балансом практически вот нет ни с одной палкой из этих. Вот, поэтому сейчас сделаем боевой заброс, боевую проводку. Да, поднапрягать палку немножко надо, сразу прям скажу. То есть просто махнул, далеко не полетит. А вот по твичу все прекрасно. То есть вот самый низ, я четко-четко понимаю, как воблер играет. И главное, что я его не передергиваю. Хотя особо руку сильно прям не держу. То есть делаю классический, обычный, легкий твич. Потому что понятно, что там на самом низе делать ударную проводку, ну, смысла, по-моему, мало. Это уже когда крупный воблерает, уже когда ловля на глубине и прочее-прочее. Вот тогда имеет смысл. Здесь не надо. Травинка была. Видите еще нюанс? Чуйка улучшилась по сравнению с первым Реблом. Я четко понимаю травинку и как бы задевы и прочее-прочее. То есть вот это вот было самое главное, что я хотел улучшить, и вроде получилось даже. Все, там чуть-чуть осталось травки, но сам факт. Потому что в свое время с Реблом, с первым, ну как бы было не всегда понятно, что у тебя там сбой игры приманки, травинка, либо он идет нормально. Это всегда очень бесило сильно. Второй заброс. Значит, что я стараюсь показать? Я стараюсь показать не агрессивную проводку на низах, прям совсем максимально не агрессивную, чтобы показать, что в принципе низами ловить можно. Наверное, не самый комфорт, но это понятно, да, все-таки. Вот, но можно. Что есть комфорт? Ну, у всех, как мы уже говорили по отвечу, комфорт разный, но в среднем комфортный вес это берется вверх плюс низ, то есть 10 плюс 28, это у нас получается 38 и делится на 2, 15-19 грамм. То есть вот основная масса 130-х, Рудра, Rearrange, Max Squat, отчасти Blitzong, вот этот максимальный комфорт для модели 10-28. Так, что, покажем середину. Давайте поставим что-нибудь, ну давайте Rearrange 110. Это чуть меньше максимального комфорта, но просто покажу, как работает в этом диапазоне упористости и веса. Ну вот 110 Rearrange, немножко покусанный, немножко щуками, и так бывает. Вот, ставим и смотрим работу унцового 662 Rebel 2. На этом весе. Ну все, даль светлая. Палка прогружается уже полностью абсолютно. Строй. Проблем нет. Теперь твич. Если вы помните или не в курсе, скажу сразу. Проводка что Рудры, что Rearrange достаточно агрессивная. Если Max Squat можно очень мягенько дергать, то вот как раз Рудры и Rearrange лучше чуть порезче. Значит, основное. Идеальный вариант проводки – это короткие, достаточно жесткие удары с отпусканием обратно. Вообще, вот отпуск после удара – это очень важная вещь. Потому что воблер у вас проходит чуть вперед, а когда вы отпускаете, давая слабину, он начинает либо разворачиваться, либо играть, стоять на месте, что и привлекает непосредственно на атаку рыбу. Потому что вначале, пока мы делаем рывок, рыба заинтересовывается, подходит к приманке, приманка останавливается, начинает поигрывать, и обычно вот именно в этот момент, и именно из-за этого, следует атака. А вот это, кстати, была перед травой поклевка. Ну и ладно. Кстати, самое интересное, что щука здесь есть. Перед травой было касание, именно рыба. Какая-то такая легкая атака. А потом я уже пошел в траву. Просто здесь тоже, вот в этом месте, к сожалению, не сильно глубоко. Давайте еще раз. Вдруг клюнет. В ту же точку. Вот он, достаточно агрессивные, короткие ударчики. Вот так вот ведутся Rearrange и Рудры. Хотя на самом деле вариантов проводок масса, и каждый, наверное, кто серьезно ловит твичем, подобрал что-то свое под себя. Так, ну и, соответственно, последний проверочный воблер. Это кто? А вот это Pointer. Luckycraft Pointer 128 SP. На мой взгляд, вот он где-то в пятерке, шестерке, семерке воблеров крупных 130-х, которые must have. Просто это база. Это вот именно то, что первое летит в воду, когда хочешь что-то поймать.
Поэтому я всегда включаю поинтер именно в тестовые видео, когда показываю, как отрабатывать палки. Потому что я и сам ловлю им, и как бы все мои друзья, которые сидят плотно на твичинге, чтобы у них не было в коробке того же поинтера, ну это нонсенс. Ну вот такой полупрозрачный вариант. Кстати, маленький секрет, если кто не в курсе, полупрозрачные цвета являются универсальными. Они хорошо работают и при солнце, и при пасмурной погоде. Потому что, например, не все ядовитые или блестящие бублера при солнце работают вообще в принципе. Да и сам я предпочитаю более спокойные цвета. Почему-то по статистике, по моей личной статистике, скажем так, на них клюет получше. Взяли поинтер, взяли онцовку, смотрим, как напрягает. Ну вот, видно, что как бы уже чего-то есть. Но понятно, что как бы реальный тест по забросу у модели 1028, это, наверное, грамм 40 как минимум. Делаем заброс. Поинтер. И пошли. Поинтера особо ударно не бьют. Как бы вот поинтеру надо именно вот короткие, более мягкие рывочки, чем, например, у Рудры или Ререйнджа. Но его я предпочитаю вести чуть более агрессивно, чем Максквада 128. Вот как раз реально, по моим ощущениям в руке, к сожалению, которых не передашь, это вверх. То есть, если захочу сделать посильнее, все, палка начнет валиться. Вот такой вот четкой, филигранной проводки, когда удар ровно той силой, чтобы немножко сдвинуть приманку, заставить ее сыграть, но пройти не очень много, уже не получится. Показываем еще раз. Я сейчас особо не напрягаюсь в забросе, потому что летит само. Летит само, летит далеко, а строй позволяет. Но все же уже начинаются вот эти вот нехорошие ощущения в руке, потому что твичить кистью поинтер, ну, как-то это переборно. Сейчас, если хотите, я покажу твич запястьем. Вот на более длинных спиннингах, 732-х, я покажу, как твичить запястьем как бы максимально эффективно. Потому что кисть хороша, когда ты работаешь с неупористыми бублерами. Не тяжелыми, не упористыми бублерами. А вот твич запястьем, это как раз то, что позволяет часами работать упористыми бублерами, крупными, 130-ми, 160-м, и при этом не уставать. Так, ну, собственно говоря, по-моему, с поинтером все ясно. Проводка идет, я сейчас даже дергаю чуть посильнее. Вот, проводка идет нормальная. Но все, что больше и более упористое, я бы ставить уже не стал. Давайте, знаете, что сделаем? На всякий случай я сейчас покажу, попробую вам показать проводку с новинкой, которую я ждал 4 года. 4 года я работал с шакалами по этому вопросу. Куча образцов, куча переделок. В итоге Максквад 160. Вес 33,5 грамма. Упористость. Ну вот давайте сравним. Вот смотрите. 128 поинтер СП. 160 Максквад СП. Размер лопаты. У Максквада 160 она больше. Размер тела. В принципе, поинтер в одном месте чуть-чуть пошире. Но в общем и в целом габариты тела у них очень-очень схожи. Если поинтер у меня сдергается на грани, давайте посмотрим, получится ли продернуть 128 Максквада. Воблер уже поеден немножко. Вот. Щучек на него поеден пока немного, штук 20. Но все же как бы вот он доказал, что конкретно это модель у меня в руках ловит. Даже не модель, а штука. Так, 33,5. По тесту перебор, ну как бы тест нас не должен смущать. Реальный вес заброса у палки грамм 40. Ну, с полетом понятно все. Значит, первое по Макскваду на всякий случай. Он не настолько упорист, не так даже, он не настолько активен в игре, как, например, тот же Булисонг. То есть у него игра практически 100% повторяет игру 128-го. Поэтому вроде как он большой и прочее, но вот когда ты делаешь протяжку после приводения приманки, чувствуешь, что вот и слабее. У меня первые разы прям было какое-то чувство диссонанса. Ничего, потом привык, вот, как и, собственно говоря, с обычным 128 Максквадом. Дальше. Вот я его веду сейчас, да? Легкие рывки работают нормально.
давайте попробуем помощнее. А вот помощнее чувствуется подвал. То есть, в принципе, худо-бедно как-то, мы провести его сможем. Я опять кучу травы поймал. То есть, худо-бедно как-то провести легкими рывочками мы его можем. Поэтому, если вы привыкли ловить, вот там, изящно, не сильно подергивая, вам хватит лунцовки для того, чтобы работать 160 максхватом. А вот сейчас он рыбу сыграла. А вот сейчас я попробую сделать тот твич, который я делал вот в боевых условиях, который есть на видео, когда нам надо рыбу поднять. И вот тут чувствуется, что на самом деле уже не хватает. То есть вершина гнется сильнее, есть провал. Боюсь, что так рыбу, конечно, поднять будет можно, но сам воблер в воде ведет себя уже по-другому. А это важно. Ну как-то еще провести можно. То есть, тут уже вам решать, если вы планируете ловить 160 максхватом конкретно много и долго, я, естественно, эту модель лунцовку не порекомендую. Но если иногда поставить там раз в год по обещанию, ну, потянет, скажем так. Собственно говоря, на этом обзор трех моделей в длине 6,62 метр 98 мы заканчиваем. То есть 5,18, 7,21. 10.28. Думаю, что все понятно. На всякий случай повторюсь, что все-таки это даже самый легкий Rebel 2 с тестом 5.18 ни разу не окуневый. То есть это щука, ну это судак, где есть возможность твичить. Я, например, люблю судачка потвичить, когда он клюет. Дальше. По верхам. Верх оттестирован по принципу достаточно активного твича. Если дергать слабее, можно смотреть модель, которая на один уровень ниже по тесту. Например, унцовка 21. Вопрос очень простой. Если вы 21 дергаете мягко, то можете смело ее брать и работать с тем же бульсонком. Я не говорю про максхват. А сейчас давайте смотреть уже тогда 73 длины. Они чуть другие. Потому что если 6.62 заточен на короткий заброс, на точный короткий заброс, на работу кисти, то все 7.32 это большая вода. Поэтому в длине 7.32 теста 5.18 нет. По одной простой причине. Когда ты работаешь на большой воде, маленький воблер тебе особо, наверное, и не нужен. Поэтому все уже размеры начинаются хотя бы с соточки или хотя бы там с 90-го. Поэтому в большей длине от 7.21 до 12.35. Смотрим. Итак, Rebel 732, длиной 2.21, тест 7.21. Повесил я Танима Галлона, вес как раз низа самый его. Сразу предупреждаю, ребят, 7 грамм это не его стихия. Работает все хорошо, но если ваши основные воблеры 7 грамм, вот точно 732 модель до 32 это не его. Как-то худо-бедно он проведет, вы поймаете рыбу, но получить полный четкий контроль проводки можно будет только на довольно упористом воблере. Вот Магалончик Таник, он такой чуть более упорист, чем средний воблер в такой длине. Давайте смотреть. Заброс. Заброс. В принципе, палка-то кидает. Я ее, конечно, сейчас чуть поднапряг. Заброс есть. Теперь смотрим проводку. Проводку я делаю специально под Тани Магалона. Ну, скажем так, чувствуется. Но все равно, даже на мой довольно опытный, все-таки будем надеяться, взгляд, это его предел. То есть провести тайника я смогу, но очень-очень-очень аккуратно, потому что спиннинг достаточно длинный, спиннинг имеет собственную инерцию, поэтому надо очень четко дозировать вот эту вот проводочку Танима Галлона. Скажем так, можно, но лучше не надо. Лучше воспользоваться чем-то, что меньше по тесту. Как я уже говорил, все 7.32 это большая вода, это крупные приманки, это серьезная рыба. Все-таки тайник не совсем наш выбор. Отчего же он начинает работать прям 100% уверенно, когда можно не сдерживаться? Не сдерживать руку. Давайте поставим, ну чего, 80-й? Десяточку. Давайте поставим склад Миново 80, 9,8 грамм, относительно упорист. И посмотрим, как он сработает с ним. Можно ли уже прям спокойно, совершенно не задумываясь, твичить, не держать руку, не ограничивать рывок? Сейчас мы и проверим. Повесили. Еще раз. Склад Миново 80. 9,8 грамма. Заброс, понятное дело,
Еще палка полностью не нагружается, но уже гораздо легче. И проводка. Вот все, да. 9-10 грамм, средняя упористость. Мы уже особо внимание на то, чтобы придержать руку и сильно не ударить по воблеру, не обращаем. Жесткости вершины как раз оптимально, чтобы не напрягаться. Почему-то совершенно резонный вопрос. Почему тогда я оставлю тесты там не 10-21, а 7-21? Объясню. Дело в том, что 7 грамм мы провести можем. Чуть-чуть придерживаю руку, нормально анимирует 7 грамм, мы можем. Но, как я уже говорил, удовольствие. Еще раз, на всякий случай, покажу поактивнее проводку. Возможно, вам это поможет, когда вы будете вытаскивать с глубины, с относительной глубины для этого воблера, крупную рыбу. Или не крупную. Вот когда твич чуть-чуть поактивней, все очень-очень хорошо. Да и при активном твиче и 7 грамм будет уже намного лучше, чем то, что я показываю. Еще раз напомню, на всякий случай, когда делаете ударный активный твич, пауза в проводке должна быть больше. Сейчас я этого не делаю, рыбалка не боевая, но при боевой рыбалке после вот таких вот ударов это 3-4 секунды паузы. Посмотрели, да? То есть по низам, я думаю, понятно. Теперь вверх. 7-21. Что мы повесим в качестве 21 грамма? Что, болесок опять повесить? Давайте повесим болесок. Еще раз повторю, почему я не вешаю макс-квада либо реренджа. Потому что макс-квад сам по себе не сильно упорист. Он не является, скажем так, лакмусовой бумажкой. Ререндж чуть более упорист, но он требует ударной проводки. Поэтому вот пусть будет чуть более тяжелый. Это не должно сильно смущать, потому что у нас самое главное во главе угла стоит упористость, а никак не вес забрасываемой приманки. Чуть более тяжелый болесонг. Бросаем. Вот нормальный заброс. Далеко, прогнозируемо, и нагружает спинник. Смотрим вершинку. Ну вот, чуть больше, чем предел. То есть я, например, чувствую четко, что вершинка начинает подваливаться при активном твиче. Да? Если мы будем делать вот так, все нормально, ведите на здоровье. Но когда надо будет ударить посильнее, все, вершинка начала, как и в модели 662, начинает валиться. Так, еще раз сразу говорю, на всякий случай, в 10-й раз повторяю, проводка не боевая. Боевая, вот в этом видео есть кадры с боевых рыбалок, вот там можно смотреть, как делается проводка именно боевая, с нужной паузой и прочее-прочее. Здесь я показываю боевые рывки и удары по приманкам, но паузы я не держу. Вот она, тонкая грань. То есть вот так вот продернуть болесонг я могу. То есть четко все прям. А когда я делаю вот эти удары, вершинка начинает, по моим ощущениям, уже складываться. То есть провести и дернуть можно, но сделать филигранный короткий рывок ударный, который не загнет вершинку и даст возможность воблеру пройти всего лишь от сантиметров 30, а не все 70, уже не получится. Потому что, в принципе, можно дергать и соплей. Вопрос, какое расстояние пройдет воблер после удара. Чем меньше, тем нам лучше. Чем дольше приманка в воде, тем больше шансов вытащить рыбу. И, соответственно, как он потом будет на паузе отыгрывать. Потому что, когда ты задал ему импульс и отпустил, вот что я делаю, да, сейчас, то он уже начинает там шевелиться, циркуляцию делать, зависит от модели. А если у нас вершинка дотягивает дальше приманку, то никакого шевеленки циркуляции не будет. И вот это надо понимать. Я не скажу, что это прям 100% панацея всегда, но у меня в 80% случаев вот именно из-за того, что я отдаю воблер назад, у меня происходит поклевка. То есть я не держу после рывка натянутую леску. Но отдача должна быть очень четко спрогнозирована. Потому что те воблеры, которые делают большую циркуляцию, например, Range MR, вот надо отдать ровно столько, чтобы он циркуляцию сделал, но не захлестнулся. Отдал больше, он сделал поворот и захлестнулся. Так, ну это как бы теория. Это скорее надо уже в обучалку какую-нибудь ставить. 7-21 посмотрели. То есть это минимальный уровень, на мой взгляд, по большой воде. Давайте теперь, раз уж мы говорим о большой воде, я покажу,
как делать проводку достаточно упористым воблером, не кистью, чтобы рука не уставала. Вот эта вот работа предплечьем. Смотрим. А теперь все внимание вот сюда. То есть вот стандартно я его забросил, заглубил. Что делаем? Вы видите, у меня работает не только кисть, у меня работает еще и предплечье. И все рывки я делаю предплечьем. У меня кисть чуть-чуть шевелится, но в основном я ее жестко фиксирую и удар делаю. Вот этим местом. Я могу чуть подыгрывать кистью, но опять же, в очень-очень ограниченном объеме. Если у вас получится делать так, то уставать от проводки упористых воблеров вы практически не будете. Единственное, этому, конечно же, надо учиться. То есть это с первого раза может и не получиться, как вообще любой твич. У меня были прецеденты, когда я многих своих друзей именно твичу учил с нуля. Ну да, поставить руку — это не день, не два, не три. Давайте еще раз покажу. На всякий случай вдруг пригодится. То есть, если вы посмотрите внимательно, у меня кисть слегка двигается, но у нее очень ограниченная доля свободы, и все равно основной удар, основная нагрузка идет вот сюда на предплечье. Тогда никто никак не устанет. Или как минимум устанет по минимуму. Потому что особенно у начинающих это прям болезнь. 130-е воблера, рывки, час-полтора и все, рука начинает отказывать. Ну, во-первых, надо ручку-то качать. А во-вторых, именно вот этот вот прием позволяет снизить нагрузку. Собственно говоря, вот он секрет. Многочасовых твичингов без усталости. Так, следующая модель. 1028. Давайте мы ее рассмотрим. Кстати, пока не забыл. Видите? В отличие от 1028, 721, даже длиннее 732, он чуть быстрее, другой строй, чуть мягче вершинка. Почему? Ну, потому что 7,21 подразумевает под собой 10 грамм, и 7 грамм иногда, как я уже говорил, и там 14 грамм. То есть здесь лучше вершинку иметь чуть более смягченную. А вот 10,28 уже имеет классический, прям классический регулярный средний строй, который именно оптимален для правильного рывка довольно упористых приманок. Сейчас увидите. Итак, продолжаем разговор. Rebel 2 732 MH. Тест 1028. Воблер Squat Minnow 80. Весом 9,8 грамм. То есть самый низ. Я вам до этого показывал строй у 721. Смотрим 1028. Оп, и видим разницу. То есть что мы видим? Вершина на 1028 жестче. Спинник максимально регулярный, поэтому проводку оптимально задавать именно на более тяжелые веса. То есть что получается по итогу, что 1028 в первую очередь ориентированы на 110-130. В любом случае низа он отрабатывает. Сейчас покажу как. Понятно, что заброс надо немножко вложиться. Сама по себе палка с такой минимальный вес не кинет. Вот пошли. Все, здесь обращаю опять внимание. В отличие от 66-х моделей, я твичу уже предплечьем. Спиннинги длинные, проводка делается вот так. Понятно, что поиграться можно 80-кой и не предплечьем, и кистью, но просто кисть устанет быстро, потому что спиннинг длиннее. Спиннинг, естественно, из-за этого тяжелее, хотя, как я уже говорил, баланс стал намного лучше и вес уменьшился. Но привычка, как бы вторая натура. Я слишком люблю свою руку. Так, что есть в этой проводке? Если мы делаем очень-очень мягкие рывочки, то проводка у нас получается, скажем так, на грани. То есть я могу четко провести, но все равно руку я немножко придерживаю. То есть я умышленно притормаживаю ход палки сразу после удара. Сделать так можно, но лично меня, человека достаточно ленивого, это напрягает. Теперь смотрим более активный твич. Вот здесь можно уже не церемониться. То есть удар есть, проводка нормальная.
И излишней мощности, которую мы чувствуем, делая мягкие-мягкие рывочки, уже абсолютно не чувствуется. Какую проводку и когда сделать, это уже решать вам. Все зависит от ваших навыков, умений, понимания там, и желания рыбы. Вот. Но я обязан предусмотреть все варианты, в том числе ударные и неударные. В любом случае, как бы работать можно, но не самое большое удовольствие. Теперь давайте я поставлю то, для чего в первую очередь заточена эта модель. То есть, ну, хотя бы давайте, ладно. Максквад 115. Почему? Потому что он, с одной стороны, не сильно упорист. С другой стороны, обалденно ловит рыбу. Вот, то есть максквады вообще у меня всегда были на первом месте по ловкости среди всех 130-х. Если правильно подберешь к нему проводку и понимание, как бы он очень эффективен. Вот. Ну и 115-й, потому что 128-й он продернет легко, а вот 115-й он менее упористый. Давайте смотреть, можно ли нам вообще, не напрягаясь, не придерживая руку, не делая ничего, сделать нормальную боевую проводку 115-го. Значит, рывок будет боевой, паузу держать не буду, извините, время тратить, ну, смысла не вижу. Не на рыбалке чай. Заброс, классическое вот это заглубление на рабочую глубину и пошли. Четко. Ощущения от проводки очень четкие. То есть никаких придержек руки, никаких думок о том, как бы не сильнее ударить, чем надо, у меня нет. То есть я задаю определенную амплитуду, определенную силу удара, и воблер работает. Так, тут уже трава у нас. Уже неинтересно. Давайте еще раз. То есть понятно, что если 115-й максквад работает, тот же рейрейндж 110-й будет работать тоже. Опять естественно, длина большая, инерция довольно большая, работаем предплечьем. Я сейчас показываю просто несколько разных вариантов ударов. Понятно, что все зависит от рыбьего настроения. Но вот я предпочитаю вот. Вот мой самый интересный, самый любимый, самый коронный удар по 115-му максходу. Так, его посмотрели. Я думаю, вопросов тут не возникнет. То есть 110-115 средней упористости вублера великолепно. Берем 128-й Pointer SP. Ну вот он, Pointer. Я думаю, что представлять его в очередной раз просто не нужно. 128 SP знают, наверное, все любители твичинга. Тем более у нас, как всегда, уже постарались господа поддельщики, которые делают аналоги. Но, правда, аналог работает не так. Совсем не так. Кстати, ни одного аналога, который имеет 100% игру настоящего воблера, в любом японском бренде я что-то так и не увидел. Лучше ловит, хуже ловит, у кого как. Но вот чтобы 100% скопировать игру, хорошо, что у них не получается. Так, делаем заброс. Это его верх. Как я уже неоднократно говорил, Pointer не твичит ударно. То есть это больше приманка под такой средний твич. Вот я вам сейчас ее показываю. То есть сама сила удара не очень большая. Короткий, не сильно резкий тычочек. Вот не знаю, у кого как, лично у меня в этом режиме Pointer ловит лучше всего. Кстати, до появления 160-го максквада Pointer был номер один по выманиванию пассивной рыбы с глубины. Из-за своего объема, в соотношении с заглубляемостью примерно 2 метра, он позволял ловить на глубине там метров до 5. Вот сейчас новый 160-й максквад его слегка переплюнул. У меня получалось вытащить рыбу из 6-7, потому что больше объем, больше размер. Ну и, соответственно, рыба охотнее поднималась. Боковой линии она лучше чувствует более крупную приманку и за ней выходит. И с большей дистанции, что немаловажно. Давайте теперь чуть более ударно проведу. То есть понятно, что на таком твиче, классическом боевом твиче Pointer, у нас все в порядке. Проводим более ударно. Вот это вот нестандартная проводка Pointer. По крайней мере, вот как бы я ей, наверное, до начала тестирования 160-го максквада не пользовался. То есть это та проводка, которая теоретически поднимает рыбу с большей глубины, заставляя ее атаковать. К своему стыду признаюсь, в боевом
раскладе я ни разу ее еще не пользовал, но как бы на всякий случай показываю. Думаю, что сработает, как и у 160 Max Quad. То есть что мы делаем? То, что вы видите большую амплитуду, это все на самом деле не так. Я движение делаю по прославленной леске. Сам удар очень короткий. Короткий, но достаточно энергоемкий. То есть мы задаем импульс приманки, она резко дергается в какой-то момент, ну а потом, соответственно, уже делает циркуляцию. Так, ну трава, от травы мы никуда не убежим, водоем еще не вычистил до конца, поэтому ловим так. Так, с пойнтером, думаю, все понятно. Давайте что, поставим все-таки 160 Max Quad. Посмотрим, как этот спиннинг будет работать в перегрузе. Потому что как раз вот для Max Quad рывочек нужен такой уверенный. Смотрим. В зале 160 Max Quad. Понятно, что для заброса проблем нет, а вот для твича может быть перебор. Смотрим. Ух, как полетело. У Max Quad есть один большой плюс. Он летает из-за своей массы и правильно этой очень далеко. Все, я уже начинаю делать боевую проводку. Смотрим. Не, ну, аккуратно можно, вот, аккуратно. А вот более резко все, палка начинает складываться. То есть все то же самое, что и на 66-м. Если вы делаете очень мягкие, аккуратные рывочки, пожалуйста, не вопрос, можно ловить даже 160 Max Quad. Если применяете ударный твич, не рекомендую. Можно, но неудобно и нехорошо. Как-то так. Давайте сейчас еще разочек. Тем более я дал слишком большую паузу, он у меня хлестанулся все-таки. И да, маленький нюанс по забросу. Не надо при забросе воблером резко стартовать. Тогда количество захлестов у вас будет в разы меньше. Так, смотрим еще раз. Вот я делаю ударную проводку, которую я делал вот на последних рыбалках, когда она была максимально эффективной в плане рыбы. Вот это что было? А вот это похоже было на так. Щука-то здесь есть, ее просто мало. Ну, можно, но не очень. То есть вот ощущение подваливания все-таки имеет немножко места быть. Теперь мягко веду. А мягко спокойно проводится. То есть, как бы, чем хороши ревелы, что 6.6.2, что 7.3.2, они практически идентичны по строю и по применению. Вот не всегда получается сделать спиннинг в разной длине, чтобы у него строй был максимально близок к более короткой или к более длинной модели. Здесь в этом плане все хорошо. То есть то же самое, что делает 6.6, делает 7.3.2. И, соответственно, наоборот. Так, это мы посмотрели. И у нас остается последняя модель 12.35, которую на самом деле как бы я делал исключительно для ловли на 130 все. Возможно, часть 110-115 более-менее упористых. Ну и понятное дело, что вот 160 каната, Max Quad и еще Blizzard Long Bill, надо не забывать. Здесь сейчас я его не показываю, смысла нет. Да здесь возможности просто нет, по такой глубине его провести, это надо скатер смотреть все. Вот. Но в первую очередь 12.35 заточен на объемной и упористой приманке. Смотрим. Так, последняя модель, тем более уже вечереет, ветерочек поднимается, вовремя мы заканчиваем. Значит, последняя модель это Rebel 2 732 H с тестом 12.35. Честно говоря, дико извиняюсь, я не нашел в своей коробке воблера весом в 12 грамм. Зато нашел сквада 95-го, это 14 грамм. Ну вот давайте я его подергаю чуть поактивнее, и уже будет там понятно, как вот этот Rebel работает на низах. Опять же, покажу чуть-чуть строй. Все то же самое, как унцовый, только пожестче. Давайте смотреть. 14 грамм, все-таки не 12, разница есть. Тем более скватик достаточно упористый. Заброс пошел. И твичем. Но вот, скажем так, запас по уменьшению упористости у нас есть. То есть я спокойно, не напряжно, не останавливая руку, делаю твич 14-граммовым воблером.
При условии, что все-таки 12.35 это палка большой воды, крупных приманок, хорошей рыбы, как бы, на мой взгляд, это более чем хорошо. Давайте еще раз. Вот сейчас я делал такой средний твич. Сейчас прям попробую сделать мягкий-мягкий. Посмотрим, что получится. Нет, на мягком твиче все тоже очень хорошо. То есть вобер я чувствую, проводку. Мне не надо останавливать руку. Палка сама дозирует проводку. Достаточно задать ей силу вот этого удара. Как я уже говорил, все-таки 12.35 это палка для большой воды, крупных объемистых упористых приманок. Все 130-ки. 110-ки тоже вполне можно. Сейчас покажу на всякий случай. 130-ки очень упористые, типа лонгбила. 160-ки. Вот это вот основной, как бы, ассортимент воблеров, под который она заточена. Давайте поставлю сейчас как промежуточный вариант. Что поставим? 110-ку или рейндж? Давайте. Почему 110-ку? Потому что у меня очень много вопросов всегда задают по поводу того, а вот как эти мощные спиннинги продергивают воблер там 100-110. Вот 95 показал, работать можно вполне. Прям уверенно работает, не то что там как. Теперь давайте 115-й. Помним, да, что рейндж это достаточно активная ударная проводка, но не размашистая. То есть здесь надо очень четко дать амплитуду и коротким ударчиком заставить его работать. Сейчас я специально сильно не бью, потому что понятно, что я буду бить совсем сильно, как бы все будет совсем прекрасно. Ну, дано и так прекрасно на самом деле. То есть вот такие вот легенькие ударчики по рейнджу. Хотя его я предпочитаю вести активнее, честно говоря. Все равно они проходят нормально, спиннинг работает, вершинка гнется. И именно отрабатывает удар так, как надо. Она заставляет сдвигаться воблер, активно достаточно сдвигаться. При этом не выдергивает его из воды и не перегружает воблер ударом. То есть он делает нужный нам рывок, не уходя при этом там в штопор, не вылетая на поверхность и прочее, прочее. Давайте чуть поактивнее покажу. Вот более активно. Не покажу, уже трава. Уже трава. Давайте покажу на более дальнем забросе, как можно 110-й рейндж дернуть чуть поактивнее. Вот более активная проводка. Иногда, кстати, сработает. Но здесь вообще все хорошо. Здесь полное ощущение контроля. Оно, собственно, и там было. Но здесь прям четко чувствуем даже при ударе, как воблер работает. Это как раз основное, одно из основных отличий Rebel 2 от Rebel 1. Чувствительность прям сильно выше. Не агрессор, но уже близко. Так, показали. И теперь берем то, для чего он, собственно говоря, предназначен. Лонгбила не покажу. Провести его здесь, ну, не получится. Да и смысла нет, потому что лонгбил как бы не ведется ударно. Все-таки большая лопата — это такие полуудары, полупотяжки. Вот. А вот Максквад 160 ведется иногда достаточно ударненько. Давайте посмотрим, как спиннинг будет работать с ним. Вешаем Максквада. Вешаем, вешаем. Вот это вот формально его предел по тесту. Давайте посмотрим, что получится. Ну, полет за горизонт, понятно. Вот она, как бы, проводка, которая у меня работает лучше всего. Короткий, не очень сильный, но достаточно четкий удар. По Макскладу видео будет отдельно, как бы, с рыбой, со всеми делами, пирогами, с проводками. Можете посмотреть. Давайте попробуем чуть посильнее ударить. Никаких провалов я, естественно, не чувствую. Ну, скажу честно, как бы, когда модель разрабатывалась, предсерийные Максквады у меня уже были. Поэтому совершенно спокойно я четко тестировал на верхах предсерийные образцы как раз на 160 Макскваде. Чтобы была именно возможность работать именно с такими крупными объемными приманками. Чтобы спинник не проваливался и позволял делать нормальную проводку. Давайте еще раз. Делаем, что, поударнее сделать. Вот сейчас, как бы, самый любимый вариант. В абсолютно расслабленной кисти я просто
по провисшей леске бью с определенной силой. Вот этот вариант проводки у меня был для этого максквада самый ловистый. Удар не сильный, но четкий. То есть можно делать, конечно, вот так. Вот, я показываю. Вот это перебор. Я не знаю, какую рыбу. Баса мы поймаем. Щуку вряд ли. Но даже вот на такой проводке, на ударной, спиннинг не проваливается. Собственно говоря, на этом, наверное, все. Маленький-маленький комментарий по всей серии Rebel. Понятное дело, что твичинг это хорошо, но постоянно звучат вопросы, а на что еще, на какие приманки еще можно ловить этими спиннингами. Значит, на что получалось уверенно у меня. Пункт номер раз. Крэнки. Причем в первую очередь это модель 10-28 и 12-35. Вот из-за строя нормальная работа с упористыми глубинными крэнками. Да. Раз. Два. Крупные вертушки. Как это для кого-то не парадоксально, но вертушки, там, условно говоря, Long 3, Аглия, Комета 4, Люсокс, это вот их. Опять же, в моделях 10-28 и 12-35. Колебло даже говорить не буду, с колеблом вообще все хорошо. Более легкие модели 5-18 и 7-21 могут чуть-чуть поджиговать. Вершинка у них немножко смягченная. Понятное дело, что никаких 7-5 граммах на джиге речи не идет. Но если приспичило поставить грамм 14, там 12, 14, 16 грамм, вполне может. Надеюсь, всем все ясно. Ну а если есть какие-то вопросы, задавайте вот под видео. Там примерно первый месяц-полтора я отвечаю. Потом уже как бы появляются другие видео, другие дела. Могу не ответить, поэтому если вдруг вопрос появился позже, Инстаграм, Фейсбук, Росфишинг, найдете, спросите, как бы ищущий обрящет. Все, всем пока, ни хвоста, ни чешуи, увидимся на водоеме.